Я недавно такую мысль там прочитал, что твой самый ярый конкурент – это твой самый лучший друг. Потому что только если будет сильный конкурент, будешь развиваться и ты. Поэтому понятно, что мы хотим догнать «Динамо». Сейчас мы сравнялись по кубкам. «Шахтер» ставит перед собой самые высокие цели. Также делает и «Динамо». Я думаю, что мы друг друга дополняем и помогаем в таких сложных условиях, которые сейчас сложились в Украине, развиваться. Потому что мы представляем команду и на европейской арене, и в сборной Украины. Поэтому должны друг другу помогать. Какое бы противостояние между нами ни было. Мы уже смотрим на следующий сезон. Как выиграть следующий чемпионат, как выиграть следующий кубок и как показать достойную игру Лиги чемпионов. Я считаю, что эта команда как раз есть и возраст, и молодые растут, и опыт у старших футболистов, и атмосфера хорошая. Поэтому болеем за Реал и за Ювентус, чтобы выиграли чемпионство, чтобы один из них выиграл Лигу чемпионов, мы попадаем в первую корзину. Это очень важно за Шахтера, за Украину. Поэтому мы готовы сделать шаг вперед в Лиге чемпионов.